Эффективные современные практики для адаптации детей с аутистическим расстройством продолжают внедряться в детских садах благодаря программе «Здоровый ребенок» «Металлоинвеста». В числе первых в Старом Осколе необходимую помощь таким малышам начали оказывать в детском саду номер 52. В прошлом году, благодаря гранту программы «Здоровый ребенок», для них открылась группа кратковременного пребывания. Кроме того, педагоги учреждения повысили квалификацию в Центре дистанционного обучения прикладного анализа поведения IBA-терапия. Следующим шагом стало открытие «Ликотеки», где проводят еженедельные бесплатные индивидуальные занятия малыши с логопедом-дефектологом, а также психологическое консультирование родителей. Здесь мы учим родителей понимать своих детей, учим родителей жить с этой проблемой и не опускать руки. Каждый день с часу до трех родители могут записаться на первую консультацию. Затем, исходя из потребностей семьи и диагностики ребенка, мы назначаем какое-то кураторство. То ли это будет раз в неделю занятия, то ли это будет достаточно одного-двух занятий всего. Исходя из проблемы ребенка и проблемы семьи, мы уже помогаем таким семьям. Это не конец, это есть свет в конце тоннеля, есть возможность социализировать ребенка максимально к выпуску и к школе. Проблемы с речью у старшей дочери Наталья Юрченко заметила в 2 года и сразу забила тревогу. Сейчас Вере 4. Она регулярно занимается с логопедом-дефектологом и ходит в специализированную группу в детском саду. А недавно Наталья узнала о ликотеке. Для семьи это реальный шанс социализировать ребенка, побудить его к произношению слов. Наталья верит, консультации у специалистов «Ласточки» помогут дочери. У нас вопросов очень много, потому что мы, родители, вот то, что в интернете, это оно как бы где-то там далеко, и все это разбираться и искать, это очень долго. А здесь можно прийти, задать вопросы, и вам сразу дадут ответ вот на то, что вас интересует. Как бы по времени это гораздо проще и лучше. То, что у нас есть такая возможность. Насколько родитель заинтересован, насколько вот вообще живет этой проблемой, насколько у них организовано дома все пространство и вообще и жизнь ихняя, потому что в основном с такими детьми родители должны полностью жить этим, перестроить всю домашнюю обстановку и все остальное. И вот насколько родители этой проблемой обеспокоены, насколько они, настолько и идет развитие ребенка, потому что этим надо жить 24 часа в сутки. Проблема, о которой не просто говорят, ее помогают решать. Учат выходить в социум, становиться частью современной жизни. Для 45 детей с расстройством аутистического спектра, проживающих на территории Старого Оскола, это важная и необходимая помощь. И появилась она благодаря коллективу детского сада «Ласточка», компании «Металлоинвест» и просто неравнодушным людям, которые стремятся в силу своих возможностей помочь и поддержать.